Уборочная техника приведена в состояние повышенной боевой готовности. Городское управление благоустройства ведет ежечасный мониторинг обстановки. В этом году в Иванове не было как такового дня жестянщика, даже по статистике ГИБДД. Дороги были вовремя обработаны песко-соляной смесью и не успели покрыться ледяной коркой. Сейчас сугробы нарастают с удвоенной силой. И если на дорогах образуется снежная каша, будет организована патрульная очистка городских улиц. В ночной период однозначно будет организовано прометание улиц города полное. В дневной период времени также организована очистка тротуаров тракторными щетками, а также организована очистка подходов к пешеходным переходам. Мы мониторим ситуацию. Если надо будет, то машины выйдут. Машины стоят на дежурстве с водителями, укомплектованные, заправленные.